Шейла решена. Первый вопрос. Шейла решена. Первый вопрос. Что называется темнотой в духовном? Что такое тьма в духовном смысле? Наступает молитва. Второй вопрос. Нам понятно, что тьма обязательно. Без нее мы не ощущали бы света. Что тьма... Имеется в виду силы разделения, а свет имеется в виду силы объединения. Вы согласны или нет? Я так и не слышу. Прекрасно. Теперь какова связь между ними? Бар-Сулам дает нам пример, что это как масло, фитиль и свет, который светит. Какова связь, как мы, где мы здесь во всем этом образе? А? Между маслом, фитилем и светом. Силами разделения, силами объединение и фитилем посередине, экраном. Как мы здесь действуем? Для того, чтобы силы тьмы в конечном итоге с помощью фитиля превратились бы в топливо и привели бы к свету. И есть ли свет вообще, или с помощью экрана, с помощью усилий мы просто превращаем силы тьмы в свет? Ну? Как нам надо работать, короче говоря, в этой картинке? Каждый как маленькая свечка. Что ж, друзья, та самая тьма, которая находится в нас, она является обратной стороной света. То есть у нас есть все силы, чтобы зажечь свечу. Если в нас есть топливо, и есть экран, то свет мы можем зажечь. Нам нужно лишь связь с его источником, но весь этот костер будет зажжен снизу. И мы говорим о компромиссах, уступках, объединении. Как нам прийти к этому? Каким образом мне объединиться со всеми? Прийти к отождествлению себя с другими, к объединению, объятию, быть как человек с единым сердцем. Вопрос понятен? Нет? А я бы и хотел, чтобы это было непонятно. Ну, небольшой намек. Ведь внутри все равно каждый остается в тьме, в своем эгоизме. Что же такое называется уступки, соединение, взаимовключение? Поговорите об этом. Все мы вместе в центре группы ищем одно решение. Нет никого одного, который сам по себе тут умнее других, а постоянно добавляем и ищем. Ищем решение. Остается на фоне этого черной точки. Как можем представить себе объединение, если мы соединяем свечки каждого?
как наш эгоизм тоже соединяется. Мы все должны все-таки дойти до состояния, когда все желание получать становится единым желанием. Как нам прийти к этому? Что мы не скрываем его, что оно тоже приходит к исправлению. Как нам соединить себя в лего? Что вся форма, как желания их не одинаковые, лица их не одинаковые совершенно. Как нам соединить это в одно лего? С помощью чего нам найти наше объединение? Как нам получить эту картинку? Это картинка высшего мира, картинка Творца. Так мы строим его, как бы мы получили, мы купили в магазине коробку лего, пазла, пазл лучше будет. Коробку с пазлом, нам нужно собрать на пазле, на этом написано «Творец» на коробке. Да, и все. Вперед. Как нам это сделать? Мы готовы на это или нет? Да. Муж, я не слышу. Да. Вперед. Коробка перед вами. Вперед. Шиевич, это тоже возьми это себе на заметку. Что, в пазле 600 тысяч частей, да? Успехов. Не объединяется в одну просьбу. Ладно, я вижу, что пока у вас не получается. Проблема такова. Свойства Творца я не знаю. Не то, что получил коробку, и там у меня есть картина, которая должна составить ту же самую, готовую картину. Вы видели вообще, да, эти пазлы, мозаику для детей? Да. Ну, хорошо, хорошие детишки. То есть у меня нет этого примера, который нарисован на коробочке, у меня нет представления, как составлять, как мне составлять Творца. Нету. Дальше. Кроме того, этот пазл, он очень сложный. Это не просто 600 тысяч частиц. В каждой такой частице мы видим, кто мы такие, так ведь? Каждая частица, она очень многогранная. А я должен прийти к абсолютному совершенству. И каждый должен восполнить собой других. То есть это не плоский пазл, даже не трехмерный. Это бесконечно мерный. Это просто некий шар, в котором скажите, допустим, что 600 тысяч таких плоскостей, которые в результате создают этот шар. Как нам правильно подойти к верному объединению, к верному подходу? Хорошо, попробуйте. И должно быть какой-то ключ, какой-то код, какое-то средство. Секрет. Если мы просто так напрямую пойдем объединять этот пазл, мы увидим, что будет то, что происходит сегодня в мире. В таком случае говорится, рассеять этих злодеев лучше, чем объединить. Пазл. Ну, скажем, что мы стараемся соединить этот пазл, видим, что не получается. Не получается. Что нам делать? Просим. Просим. Хорошо. Молитва какая-то должна быть, так ведь? Только Творец может помочь. Свет, возвращающий к источнику, вы говорите. Прекрасно. Как таким образом тогда к этому прийти? Мы видим, что ничего нельзя сделать.
И как тогда назовется наше состояние, что мы отменяемся в отсутствии сил, в бессилии, отчаяние. Отчаяние. Само состояние как? Это молитва, это действие, состояние. Битуль, самоотмена, наша тема конгресса. Теперь вопрос. Последний. Потом вы получите завтрак. Как происходит так, что наш битуль, наша самоотмена, дает нам первую форму Творца? Почему наша отмена, она вызывает в нас, может быть, еще не совсем детальную, но форму, первичную форму Творца? Ну, просто ведь все. Ну, вы что-то слишком глубоко сразу задумались. Это практически на уровне игры слов. Какова связь между самоотменой и формой Творца? Вопрос, который напрашивается. Почему форма Убара – это и есть форма Творца? Почему форма Убара – это и есть форма Творца, который раскрывается? Я спрашиваю как бы с другой стороны. Как будто вы ответили на это, я спрашиваю, почему?